Приветствую вас, друзья. Прочитал новости Мехрубон Сангинов. Все его знают, это таджикский боксер, непобежденный. Оказывается, он месяц назад где-то в Таджикистане, когда он живет в Америке, когда он приехал в Таджикистан к родителям, его неизвестные парни ударили ножом два раза. И он лежал в больнице, ему делали операцию. И сейчас он уехал в Америку, и сейчас он проходит там реабилитацию. Надеемся, что задержали этих парней, кто его ударил ножом, и, конечно же, по закону их наказали. Потому что такие люди не нужны обществу. Представьте, ты идешь по улице, и тебя ударят ножом, да? Тем более Мехрубону Сангинову всего лишь 26 лет. Он молодой боксер, ни разу не проигрывал. И, кстати, Мехрубон Сангинов должен был драться в декабре за титул чемпиона мира по версии WBA. И представляете, парень потерял свой шанс, я не знаю, как минимум на полгода. Теперь он проходит реабилитацию в Америке. После этого он должен опять же начать тренировку. И думаю, к следующему году, может, к лету, он опять будет бороться за титул WBA. Друзья, пожелаем скорейшего выздоровления Мехрубону Сангинову и надеемся, что он скоро вернется в рынок, в ринг, боксерский ринг, и будет радовать нас своими победами. Мира вам и добра!